Ну вот, ребят, сегодня позвонила Аня, сказала, что у кошек заканчивается горшок, который Маша в большом количестве завозила. Вот я сегодня поехал, взял еще горшка на 1200. Вот это вот тут 12 пакетов. 1200 с копейками. Вот на какое-то время должно хватить. Я думаю, до приезда Маши хватит. Вот такой вот маленький попугайчик со мной путешествует. Да, сынок? Малыша бросили. В общем, сейчас сразу занести я его ко взрослым кошкам не могу, поэтому живем пока в машине, потому что у нас там подозрение на лишай. Вот. Я-то не страшно, переоденусь, но наградить 35 кошек лишаем мы не готовы. В общем, поэтому я с ним в одной одежде, потом полностью переодеваюсь, полностью обрабатываюсь, моюсь, и только потом уже после путешествия с ним иду к другим своим животным. Малыш замечательный, очень смышленый. Я назвала его гномыш. Он, правда, маленький, вам у него смешной хвостик. Тихо. Вот. И это очень контактный детеныш, да, мой хороший? Ты у меня очень контактный. Болтун. У него тут свое теплое гнездышко сделано в машине. И ночует он тут. Лоток у него тут тоже стоит. И вот, когда мы ездим, он или на коленках, или вот так на плече. Он прям маленький. Он даже вот на видео кажется больше, чем есть. Вот так он прям мелкий мальчишка. Очень хороший. Прям классный такой пацан. Вот. Не знаю, кто его додумался бросить опять на холод. Ну, в общем, сейчас у нас приходится, так как уже места нет совсем, то карантин у нас проходит у меня в машине. То есть после этого, естественно, когда там переселится он уже в нормальные условия после карантина, машину, конечно, придется тоже, прежде чем кого-то сажать, загонять в мойку, пробрызгивать антисептиком. Ну, с нашей перенаселенностью, к сожалению, просто по-другому не получается. Ну, нас слишком много, и из-за этого, конечно, приходится терпеть очень много неудобств. Вот. Поэтому вот как-то так. Будем потом искать нам семью, да, мой друг? Вот, мало мне одного у меня тут живет в машине. Сегодня кто-то выкинул, судя по хвосту, размеру и цвету, его родственника. Тоже на остановке, также в поселке выбросили. Гномыш возмущен. У него хвост уже начал потихоньку обрастать. Покажи хвост. Покажи. Вот прям. Братья по хвосту. Котокрыски мои. И вот еще одного такого же. Выкинули, я думаю, что оттуда же, скорее всего. Ой, капец. Новичок у нас мурчит, сидит, пригрелся. А гномыш прям психует. Да, не психуй, сынок. Тихо. Не драться. Не психуй. Скажи, это моя машина, я тут живу. Ну, сейчас уже поспокойнее. Сначала, конечно, кипиш он устроил. Аж меня чуть не поцарапал. А сейчас ничего. Принюхивается. Вот еще один маленький ребенок, брошенный на развалинах. Вот здесь самое подходящее место для малявки. Да. Сидит, трясется, а подойти боится пока. Да, зайка? Иди сюда, мой хороший. Иди. Иди скорее. Иди, сейчас я тебе кушать привезу, да? Да, ты моя худышка. Разрешишь мне подойти? Ты разрешишь мне подойти? Ну, идем знакомиться скорее. Скорее, да, Зоя. Ну, идем поближе. Холодно. Мокро сегодня, да? Холодно и дождь сегодня. Иди ко мне, не бойся. Ты такая Зоечка. Один совсем тут детеныш. Ну, конечно, девочка. Ты же девочка, да, у нас? Да, девочка, скажи. Конечно, я девочка.
Бояк моя. Бояк. Ну давай, сейчас я обратно поеду и приеду к тебе. Вот такую крошку подсуропили соседи. Сказали, что если я не заберу, то они ее вывезут куда-нибудь. Потому что им она прибилась к ним, но им она не нужна. Маленькая девочка такая, месяца, наверное, там сколько, 3-4. Без хвостика. Коротколапая, очень хорошая, очень ласковая. Видно, что с людьми жила, очень контактная, на ручки все время просится. Ну вот кто-то ее бросил, она прибилась ко двору, а им тоже не нужна. Вот сейчас думаю, куда бы ее засунуть, чтобы ее не съели.